В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости. Поздравления председателя президиума Боснии и Герцеговины Шейфика Джафировича говорится. Ваше превосходительство, по случаю национального праздника Азербайджана Дня независимости от имени президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю вам искренние приветствия и наилучшие пожелания дальнейшего процветания вашей страны. Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном будут и дальше развиваться на благо наших стран. Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение. С уважением, Шефик Джафирович, председатель президиума Боснии и Герцеговины. Главу азербайджанского государства поздравил и президент Исламской республики Мавритания Мухаммед Ульд Аль-Шейх Аль-Газвани. В его поздравлении говорится: «Ваше превосходительство, по случаю национального праздника вашей страны Дня независимости, рад передать вам самые искренние поздравления, пожелать дружественному народу Азербайджана большого прогресса и процветания. Еще раз выражаю намерение продолжать наши усилия во имя укрепления и развития сотрудничества между нашими странами в интересах наших дружественных народов. Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение. С уважением, Мухаммед Ульд Аль-Шейх Аль-Газвани, президент Исламской республики Мавритания». Президент Республики Сингапур Халима Якуб также направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву. В поздравлении говорится: «Ваше превосходительство, по случаю национального праздника Азербайджана Дня независимости от имени народа Сингапура выражаю искренние поздравления вашей стране и народу. Желаю прочного мира, прогресса и счастья. Передаю наилучшие пожелания Сингапура и впредь будет тесно сотрудничать с международным сообществом для усиления нашей коллективной борьбы с глобальными угрозами. С уважением, Халима Якуб, президент Республики Сингапур». В адресованной президенту Ильхаму Алиеву телеграмме президента Республики Габон Али Бонго Ондимба говорится: «Господин президент, от имени правительства народа Габона и от себя лично рад передать вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана Дня независимости. Пользуясь приятной возможностью, созданной этим знаменательным праздником, желаю вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана успехов. Еще раз выражаю готовность сотрудничать с вами в укреплении и повышении на новый уровень дружественных связей между Габоном и Азербайджаном. Господин президент, прошу принять мое высочайшее почтение. С уважением, Али Бонго Ондимба, президент Республики Габон». Председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн также направил поздравление президенту Ильхаму Алиеву. В поздравлении говорится: «Ваше превосходительство, от имени народа Республики Союз Мьянма и от себя лично передаю вам и в лице вашего превосходительства народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника вашей страны 28 мая, Дня независимости. Уверен, что в результате наших совместных усилий дружественные отношения между Мьянмой и Азербайджаном и предстоящие годы будут продолжать развиваться. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана устойчивого развития и благосостояния. Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение. Генерал Мин Аун Хлайн, представитель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма».